Приветствуем всех зрителей и подписчиков. Кто не подписан, просим подписаться на наш канал и поставить лайк, а также, чтобы не пропускать свежие выпуски новостей, нажмите на колокольчик. Спасибо. В телеэфире канала НТВ вышла новая серия документальные телепередачи авторского цикла «Следствие» вели с Леонидом Каневским. Спецвыпуск был посвящен сенсационному преступлению, Случившемуся в Астрахане в 1983 году. Он назывался 10 любовников и одна невеста. Тогда, 38 лет назад, в ванной одной из квартир выявили тело 26-летней работницы райкома КПСС Светланы Александровой, которую нашла соседка. Она позвала милицию, оперативники склонялись к версии убийства. Они поговорили с вахтершей райком и тут обнаружилась информация. Обнаружилось, что у умершей было примерно более десяти любовников из райкома и горкома, но ни один из них не торопился венчаться с женщиной, и тогда она начинала убивать своих компаньонов. Все они понемногу ставали подозреваемыми оперативником. Можно было пойти на ряд хитростей. Они